Лариса Андерсен. Я, кажется, носом клюю над альбомом своих фотографий, а так берегла. Куда ж их девать? Разослать по знакомым? Пусть вспомнят, такая жила да была. И будут валяться застывшие меги, пока молодые не вычистят дом, чтоб новые вещи и новые книги и новые фото расставить кругом. Знакомая мамы, а около папа. А шляпка-то, шляпка, комичный наряд, такие носили 40 лет назад. И все эти даты, события, этапы, а с ними же платья, прически и шляпы в камин полетят.